Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 175 из раздела «Сложение и вычитание десятичных дробей». Задание А. В кувшине 1,25 литра молока. Это на 2,7 литра меньше, чем в бидоне, и на 1,5 литра меньше, чем в ведре. Сколько всего литров молока в этих трех емкостях? Первым действием мы узнаем, сколько молока в бидоне. Обратите внимание, задача представлена в косвенной форме. Значит, к 1,25 прибавим 2,7, получим 3,95 литра. Столько молока в бидоне. Вторым действием мы узнаем, сколько литров молока в ведре. К 1,25 прибавим 1,5, получим 2,75 литров, столько молока в ведре. Теперь сложим все вместимость всех трех емкостей. 1,25 литра, столько молока в кувшине, плюс 3,95, столько молока в бидоне, плюс 2,75 литра, столько молока в ведре. Мы получим 7,95 литров молока, столько его в трех емкостях. Задание Б. Сторона треугольника равна 11,5 сантиметра, на 0,6 сантиметра меньше его второй стороны и на 0,9 сантиметра больше третьей. Найдем периметр треугольника. 11,5 прибавим 0,6. У нас получится 12,1. Такова длина второй стороны. 11,5 отнимем 0,9. У нас получится 10,6. Такова длина третьей стороны. Третьим действием мы к 11,5, это длина первой стороны, прибавим 12,1 сантиметра, это длина второй стороны, а затем прибавим 10,6 сантиметра, это длина третьей стороны. Тем самым мы найдем периметр данного треугольника. Он будет равен 34,2 сантиметра. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.